чистим трубы для навеса. Вот если в мазуте трубы, то проходим бензином первый раз. Потом, когда стало такой, ну, чуть суховатый, проходим наждачкой его, такой мелкой. Сравнительно сороковка там, не крупной, не мелкой. Вот, проходим, ну, потом тряпкой, конечно, этот порошок убираем и еще раз растворителем проходим последний раз. Вот. Это если в мазуте. Если ржавчина, ну то если мазута нету, то проходим сразу таким диском. Для ржавчины самый лучший диск вот эти. Ну, ржавчина или там, или краска старая, вот эти, или круг нейлоновый. Сам все пробовали разные диски, это самый нормальный. Самый лучший счищает вот эти диски. Ладно, на краях трубы. Там не чистить, где острые края разные, или где стыки там, тоже не надо. Ну, обострый, чтобы он не стирался. И все, так самое лучше вот этими дисками очищать ржавчину, если какие-то слои там ржавчины большие или чего. Так, ну, в конце мы именно обезжиривателем или растворителем делаем, то что от бензина такой, как жирноватый слой остается, поэтому именно перед уже окончательной уже делаем или растворителем, или обезжиривателем. Бензином в конце не делаем.